Всем привет, меня зовут Макс Прайм, Марокко. Как играть и выигрывать против Марокко? Вот так это все происходит. Мои цели, этот кусок, это тоже кусок, как бы у нас будет хороший материк. У нас, скорее всего, будет номер один пока что. Потом и Испанию тоже оставляем. Как бы можно было бы выйти как-то по-другому. Этих всех ее человек не хотят темпами. Добавляю точку. Как думаете, как мы на Испании так дерзко нападем? Ну, мы можем так уже начать. Или же он может тоже кусок начать, какой-то, скажем, это. Виноват. Мы Великобритания уже 12 кусков забрался. Марокко, Испания, что-то. Тактика такая о том, что нужно не волноваться. А мне это точно не получится, поэтому сразу же мы управлением. Смотрим по... Значит, точку сбора. А чего точку сбора? О, строительство. Это где еще, напомните мне? Тогда казарму. Как бы нам тоже дает. Больше преимуществ. Танки пойдут. Будущее. Итого у нас 1500 дров. Необходимости. Кстати, можно ресурсами поиграться. 1500 дров. Пока что дешевка. Пока что берем. У нас 16 тысяч монет тоже как-то поменьше стало. Какими-то намерениями. Должны все заводы как бы работать. Ведь мы не зря. И как-то, знаете, поручно вот так вот эту штуку делать. Если вы реально хотите, чтобы я сыграл на новой карте и за какую-то вашу страну, пишите. Мод достаточно хороший, но нам придется колонку создать им колонну, да и все. Турция. Возрождение Африки. Если ты любишь Африку, тогда ступай. Кстати, я буду на первом, чтоб все боялись, да? 9-1 происходит, что происходит, тут 10, тут 10, тут 2. Вот тоже мы, скорее всего, депозик один человек. Наша цель тоже спать. Так, потом штуки.
Не понял, тут у нас Индия. Откуда? А, Италия. Индии, кстати, давно не было. И вообще ее не было. А, что-то происходит. Все. Радио всем тут посмотрели с вами. Все заводы включили в процесс, нужно узнать по точкам. Всем удачи, всем пока. Бау. Пока. Подпишись на канал.